Здравствуйте, это итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Охрана зеленых насаждений, реестр парковок, увековечение выдающихся личностей. О чем говорили на заседании правительства. Театральный трамвай совершил первый почетный круг по Ульяновску. В детскую больницу поступил уникальный УЗИ-аппарат. Наградили за экономию. В Димитровграде подвели итоги конкурса «Лучший потребитель». Заседание регионального правительства проводил Сергей Морозов. Глава Ульяновской области отметил, что в настоящее время происходит трансформация правительства, поэтому отныне его заседания будут проходить под председательством губернатора. На повестке дня оказалось 8 важных вопросов, касающихся экологического и социально-экономического развития области. Подробности у Натальи Чумаченко. Сегодня заседание правительства провел глава региона. Сергей Морозов сообщил, что отныне впредь, согласно трансформации правительства, заседания будут проходить под председательством губернатора. Глава региона также отметил, что это не последнее из новшеств, поскольку сейчас нужно уделить особое внимание старшему поколению. Для этого будет создано отдельное управление по вопросам ветеранов в составе Министерства семьи, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. Поэтому предлагаю в ходе реформы органов исполнительной власти не забыть о том, что для нас крайне важно, чтобы у нас появилось особое отношение к ветеранам, не только связанное с уходом за пожилыми, а еще, говорю, особое отношение для того, чтобы, так сказать, мы их вовлекли, чтобы мы им дали возможность проявить себя. Единогласно на заседании был поддержан закон об охране зеленых насаждений в Ульяновской области. В документе закреплены нормы озеленения, обеспечения единства системы и охраны деревьев и кустарников. Законопроект разработан региональным министерством природы и цикличной экономики при участии членов рабочей группы, в состав которой вошли представители общественности. Закон крайне важен для улучшения в целом экологической обстановки в городах и населенных пунктах Ульяновской области. Он определяет и дополняет ранее принятые распоряжения, постановления, которые касались охраны, восстановления, создания насаждений. Члены администрации одобрили постановление правительства, которое вносит изменения в положение о Министерстве промышленности и транспорта. Согласно документу, ведомство наделяется полномочиями по разработке и реализации региональной политики в части организации дорожного движения, осуществления госконтроля в этой сфере. Также утверждается порядок ведения реестра парковок общего пользования на дорогах регионального и межмуниципального значения и методики расчета размера платы за пользование ими. В рамках вносимых изменений нами уже подготовлено 4 подзаконных акта. В течение месяца они все также будут приняты и в полную силу вступит уже законодательство на территории региона об организации дорожного движения. А вот проект закона, согласно которому увековечат память о выдающихся личностях и знаменательных событиях, вызвал среди присутствующих много споров. Назрела необходимость создать серьезную рабочую группу. Это не решится совещанием. Сели мы с Андреем Сергеевичем, поговорили, кто где проплату проводит. Тут целый комплекс проблем. Мы просто поднакопили много всяких вариантов, которые нужно сейчас попробовать пересобрать в законодательном варианте. И, возможно, это вообще будет пересмотр этого закона. Глава региона поручил создать рабочую группу, чтобы обеспечить комплексный подход к решению вопроса и дал месяц разработчикам на завершение законопроекта. Остальные темы прошли менее эмоционально. Члены правительства единогласно проголосовали за законопроект по организации оздоровления работников бюджетной сферы, компенсации расходов на оплату за коммуналку отдельным категориям граждан, имеющим задолженность по ЖКУ, программе приватизации госимущества на период 18-20 годов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Октябрь прощается с жителями региона по-зимнему. Сегодня Ульяновскую область накрыла метель. По информации регионального министерства промышленности и транспорта, днем на областных автотрассах было задействовано 57 единиц снегоуборочной техники. В Ульяновске работало 62 спецмашины. Аэропорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы работают в штатном режиме. Сообщения от жителей о внештатных ситуациях на областных дорогах принимаются на телефоны горячей линии 79 50 13 и 79 50 14. Ульяновцы могут оставлять заявки на уборку снега по телефону диспетчерской службы МБУ «Даремстрой» 75 81 93.
31 октября в Ульяновске был запущен театральный трамвай. Он посвящен 70-летию со дня рождения народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации Бориса Александрова. В 9 часов 57 минут от Северного трамвайного депо тронулся трамвай с эмблемой драматического театра и портретом народного артиста России Бориса Владимировича Александрова. Так нестандартно решили начать празднование 70-го дня рождения мастера сцены актера Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова. Тем не менее, это тоже означает, что как бы он с нами, и он всегда будет с нами. Этот человек замечательный, очень важный для жизни театра вообще региона. Я не буду рассказывать о его ролях, о его как бы таких подвигах человеческих. Это действительно актер, который совершал подвиг каждый день. Но сегодня мы посвящаем ему вот это, потом уже началось в театре волнение, уже демонстрируются его спектакли на малой сцене. Это не разовая акция. Руководство драмтеатра договорилось с «Ульяновск-Электротранс» о том, что театральный трамвай под номером 4 целый год будет курсировать по дорогам города и рассказывать о мастере сцены, его достижениях благодаря записанному аудиоролику. Первыми пассажирами трамвая стали, конечно, актеры и их семьи. Многие из них – ученики Бориса Владимировича. Это ведущие актеры ульяновских театров, лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, которые работают на киностудии, и в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Преподают на кафедре актерского искусства УЛГУ и успешно реализуют то творческое начало, которое заложил в них талантливый учитель. В память о любимом учителе один из его учеников, актер драмтеатра, руководитель молодежного театра Алексей Храбсков, написал книгу. Я постарался выразить какую-то благодарность Борису Владимировичу таким образом от всех учеников. Я уверен, что если бы эта работа была по силам моим коллегам, каждый бы сделал такую книгу. Но мы общими усилиями собрали все материалы, напечатанные о Борисе Владимировиче, все упоминания о нем в средствах массовой информации. Получился огромный том его интервью, воспоминаний о нем, статей, рецензий и так далее. Эта книга, я считаю, очень хорошая память о Борисе Владимировиче, которого нам очень не хватает. Посмотреть на малой сцене знаковые спектакли, поставленные Борисом Владимировичем Александровым, 31 октября смогут все желающие. Будет организован свободный вход. Также воспоминаниями о работе с юбиляром поделятся мастера ульяновской сцены, игравшие в легендарных постановках. В театральных фойе зрители встретят коллеги и ученики мастера. Поклонников таланта Бориса Александрова ждут творческие встречи, мастер-классы и выставки. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ. В Ульяновской областной детской клинической больнице появилось новое уникальное оборудование для детей с онкологической патологией. С помощью нового аппарата можно быстрее и точнее поставить диагноз, а также отслеживать состояние ребенка после химиотерапии и операции. Подробности у Ренаты Алиуловой. В полтора раза меньше стандартного аппарата и шире по своему функционалу. В Ульяновской областной детской клинической больнице пополнение в парке современного оборудования. Новый УЗИ-аппарат экспертного класса предназначен прежде всего для юных пациентов с онкологическими заболеваниями. На сегодняшний день у нас на учете состоит где-то порядка 190 детей больных различными онкологическими заболеваниями. У нас отделение единственной в области. Мы, значит, берем детей от 0 до 18 лет, то есть подростки тоже все к нам идут. И вот для того, чтобы нам правильно лечить, нам нужно правильно поставить диагноз и определить стадию заболевания. Новое оборудование обладает рядом уникальных способностей, в том числе проведением эластографии в реальном масштабе времени. Эластография – относительно новый метод ультразвуковой диагностики. Он определяет жесткость и эластичность ткани у пациента. Данный метод используется преимущественно в онкологии, потому что считается, что опухоли имеют более высокую жесткость по сравнению с окружающей тканью. А благодаря методу эластографии мы можем определить объекты более высокой жесткости. Теперь совсем юным пациентам во время исследования не нужно долго находиться в неподвижном состоянии, выполнять команды врачей и задерживать дыхание. Для аппарата последнего поколения это не проблема, как и транспортировка. Оборудование может использоваться как перевозная машина и обследовать больного прямо у постели. Мы в этом году ожидаем еще поступления одной машины в рамках
детской программы. Это будет тоже прибор экспертного уровня, но уже другого производителя, который будет стоять у нас в поликлинике, он тоже будет полифункциональным. Новое высокотехнологичное оборудование поступает в больницу в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ. Наградили за экономию. В Димитровграде подвели итоги конкурса «Лучший потребитель». Его организатором и инициатором стала одна из крупнейших ресурсоснабжающих компаний города атомщиков «НИАР-генерация». Заслуженные награды получили предприятия, организации и жители Димитровграда. Конкурс «Лучший потребитель» прошел в Димитровграде во второй раз. Главная цель – развитие энергосберегающих технологий, выявление надежных партнеров и поощрение за сотрудничество. Стоит отметить, что участниками конкурса стали все потребители энергоресурсов, поставляемых НИАР-генерацией, а это более 700 компаний и физических лиц. К награждению пригласили лишь победителей. В номинации «Лидер энергосбережения» победа была отдана креативному пространству «Горизонт». В здании отремонтированы внутренние инженерные сети отопления и горячее водоснабжение. Установлена система погодного регулирования и регулировочная арматура. В номинации «Надежный энергопартнер» победил Димитровградский вентильный завод. На предприятии точно знают, как не только зарабатывать деньги, но и экономно их тратить. Экономить энергию всячески, понижать мощности, убирать лишнее. Извините, затыкать везде щели, чтобы тепло не уходило. Ну и, естественно, при строительстве, ремонте или реконструкции каких-то зданий применять утеплители для того, чтобы все-таки сохранить тепло. Естественно, расход ресурсов понижается. В числе участников конкурса было немало и бюджетных учреждений. Победу присудили Димитровградскому техническому колледжу. В учебном заведении в преддверии нового отопительного сезона была проведена большая работа по сокращению энергопотерь. В одном из корпусов уже установлены датчики температуры, тем самым уже идет подача тепловой энергии с учетом этих датчиков. Это раз. Потом ежегодно мы делаем оклейку окон, которые у нас еще деревянные существуют и не заменены на пластиковые окна. Вот, ну и, соответственно, здесь и закрывание дверей идет, в общем-то. Вот, экономия электроэнергии идет, когда она не нужна. Были награждены памятными подарками и 30 димитровградцев, жителей многоквартирных домов, которые не только вовремя оплачивают счета, но и производят авансовые платежи. Марина Антуганова, Альберт Балатаев, Димград 24, специально для Улправды ТВ. Приоритет – газовая безопасность. Ульяновцев учат жить безопасно. В центре обслуживания клиентов компании «Газпром» создана электронная очередь и работает специализированный техкабинет для удобства клиентов. Подробности в сюжете. «Газпром» газораспределение «Ульяновск» – одно из ведущих газораспределительных предприятий Ульяновской области, входящее в группу «Газпром Межрегионгаз». Для удобства потребителей ежедневно работает центр обслуживания «Газпром газораспределение Ульяновск» по адресу улица Кузнецова, дом 5А. Сюда жители города могут прийти за консультацией по газификации объектов капитального строительства, эксплуатации бытовых газовых приборов, заключить договор на техобслуживание, либо оплатить за услуги. Центр обслуживания клиентов у нас уже существует больше года. На сегодняшний день наиболее популярные услуги у нас заключение договоров на техническое аварийное обслуживание и заключение договоров на технологическое присоединение к сетям газораспределения. Это наиболее самые популярные услуги. Мы работаем по принципу единого окна. С наступлением отопительного сезона компания продолжает профилактическую работу с населением. Лекции, инструктажи со всеми категориями потребителей, в том числе и ответственными за внутридомовое газовое оборудование на коммунально-бытовых предприятиях. По итогам 10 месяцев 2019 года инструктажи по газовой безопасности посетили более 80 тысяч жителей. Для нас самая главная задача – это безаварийное как раз-таки обслуживание, то есть чтобы не только индивидуальные жилые дома поддерживались в технически исправном состоянии, газовое оборудование имею в виду, а и комбат-предприятия. То есть на сегодняшний момент вот между филиалом ООО «Газпромнефть распределение Ульяновск» в городе Ульяновск и коммунально-бытовыми предприятиями заключено более 1400 договоров на техническое безаварийное обслуживание. Ежедневно специалисты «Газпром» газораспределения Ульяновск знакомят жителей с услугами центра обслуживания. Также получить бесплатную краткую консультацию можно по телефону 8 800 350 4907. Так, электронная очередь и наличие банкомата в центре значительно экономит клиентам время, а инструктаж в техкабинете
кабинете помогает людям вспомнить или освежить багаж знаний по газовой безопасности. Сегодня проводили инструктаж с представителями коммунально-бытовых предприятий. Напоминали, что нужно сделать в осенне-зимний период перед отопительным сезоном. На все вопросы я ответил в полном объеме. Все удовлетворены. Клиентами центра стали представители коммунально-бытовых предприятий города. Ульяновцам во время инструктажа еще раз напомнили правила эксплуатации внутридомового газового оборудования, телефоны экстренных служб, а также последовательность действий при обнаружении запаха газа. Инструктаж мы прошли в полном объеме, который меня волновал вопрос. Это я полностью получил ответ. Ну, это полезно для себя. Главная цель профилактической работы «Газпром газораспределение Ульяновск» – предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением правил при эксплуатации бытовых газовых приборов. Подобные занятия газовики проводят с потребителями по всей области. Ведь предупрежден – значит защищен. Как известно, песня «Строить и жить помогает». Юбилей областной организации в ЛКСМ практически совпал с юбилеем музыкальной группы, некогда очень помогавшей «Строить и жить». Группу «Данка», которая была известна на весь регион, как оказалось, и сегодня помнит и слушает в районе, где она зародилась. 50 лет назад, на заре 70-х, в рабочем поселке Майна появилась группа, которая быстро добилась всеобщей популярности. Билеты на ее нынешний юбилейный концерт было не достать еще за 2 недели до выступления. За полвека коллектив сменил несколько составов, и у каждого есть свои поклонники. Поэтому в зале на 300 с лишним мест в районном ДК сидений просто не хватало. Музыканты-ветераны говорят, что так было всегда, несмотря на то, что все его участники не профессиональные музыканты, а коллектив самодеятельный. С тех пор как-то это «Данка» и «Данка», ну и по сей день вот сохраняет инструмент. Я здесь проработал, по-моему, 14 лет. Вот. И вот, кстати, еще есть ребят, которые из первого состава, вот у нас барабанщик, например, Валера Савин остался. Ну и я, ну, а остальные уже гораздо попозже. Коллектив сохраняет не только название, но и традиции исполнения. Хорошее качество исполнения и тогда, и сейчас – главная задача любого участника всех составов. С эстрадным коллективом «Данка» я познакомилась, когда мне было 7 лет. В то время я жила в Березовке, они приехали к нам с концертной программой. И для меня было большим удивлением, когда я пришла работать в Майнский центр культуры, и этот коллектив до сих пор жив, он действует. Он является легендарным, лучшим коллективом Ульяновской области. Это не просто слова. Практически каждый год ансамбль занимает высокие места на конкурсах, фестивалях. Его хорошо знают и любят зрители всего 73-го региона. А в родных пенатах они практически для всего населения. Номер один. Мое знакомство с вокально-инструментальным ансамблем «Данка» произошло в конце 83-го, в начале 84-го года, когда я приехала на преддипломную практику в районный дом культуры. И мне сразу очень захотелось поработать в этом коллективе. Я даже помню свою первую песню, она называется «Просто я такая женщина». Вот такая была моя первая песня. Сегодня в «Данка» 5 участников. Юрист Ольга Малова, педагог Николай Малов, врач-анестезиолог Евгений Пешков, режиссер Надежда Коныгина и руководитель группы «Музыкант с абсолютным слухом» Сергей Истомин. Для каждого из них музыка не просто хобби, а любимое дело и трудная работа. Песни они отдают время, силы и душу. Именно поэтому их так любят зрители. Мне нравится то, что у нас очень грамотный, компетентный руководитель, который из непоющих может сделать соловьев. Как, собственно говоря, произошло и со мной, в моем случае. Никогда не думал, что вот наступит такой день, что в один из юбилеев я буду в составе этой группы. И как-то вот 3 года назад Сергей Иванович позвонил сначала, потом мы с ним увиделись, пригласил в коллектив в качестве солиста, и вот как-то все закружилось, завертелось. Ну и теперь это все-таки наше общее дело. Когда человек поет, это что-то он выражает своими, так сказать, чувствами. Он вырывает не то слова песни, не только красиво спечивает, он, наверное, выражает свои чувства, эмоции, душу свою выражает. Тут пою, наверное, с рождения. Почему пою? Душа поет, и я пою. Все. В этом коллективе с 81 года я был просто гитарист, то клавишник, то гитарист.
когда не было кого-то, я играл. Потом сходил в армию. У нас так говорят, сходили в армию, пришел сюда и поиграл опять с Виктором Степановичем. И он в 85-м году уехал. Я вот с 85-го года здесь. На этом месте. Группа существует так долго потому, что каждый ее участник вкладывает душу в песню, сцену и зрителя. А самое главное, готов работать, чтобы как можно более полно выражать все то, чем полнится собственная душа. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Ноябрь встретит жителей Ульяновской области холодной погодой. Температура воздуха днем составит 3 градуса со знаком минус. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Местами возможен снег. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале «Улправда ТВ» по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале «Улправда.ру». До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.